Как ты относишься к поцелую на первом свидании? Если положительно, то можешь меня поцеловать? Поцеловать куда? А вы! Давай еще. Привет, как дела? Привет, хорошо. Меня Мирлан зовут. Очень приятно, меня и забыла. Руку протягивай. Да? Привет. Привет. Айгерим. Айгерим, Адилет. Угу. Привет, мамушка. Меня зовут Александр. Как меня тебя зовут? Муселя. Где я ее эту руку привет не вижу? Привет. На кого учился? На инженера учился. Работаешь по профессии? Еще нет. Собираешься? Нет. Пока что бомжую. Безработный. Но у меня есть работа, но она определенно в сезон. Ну, и у него есть сезон, это я диджей. Че, где работаешь, чем занимаешься? А, я преподаю, типа репетитора. Вот. А, угу. Профессия у меня машиностроение, инженер-механик. Политехи. Да. Определи, насколько я привлекательный при помощи осязания. Опиши меня. Угу. Маленькие ушки. Ой, волос не надо так трогать. Ну, походу, такой накачанный. Холодный руки. Дрысь. Если так можно говорить. Сетина. Нос картошка. Ну, в принципе, симпатичный, наверное. По 10-бальной, если пока что на 6. Офигеть, а что так мало? Это не мало. Довольно симпатичный парень. Есть такое. Вот. Телосложение норма, такой, да. Ну, тоже спортсменка. Реально упругие, не, реально упругие руки у нее. Нет? Какие девушки тебе нравятся? Попа большая была, всегда красивая. Большие глаза должны быть. Ну, нравятся. Более спокойные, уверенные в себе девушки нравятся. Более спокойные, значит, я не вхожу. Ну, не с этой планеты, а с Марса. Ну, бывают же такие небанальные. Как я там. Такая, да? Да. Сиськи тоже, если были бы, да. О, боже мой. Как тебе мой голос? Как тебе мой голос? На самом деле, крутой голос. Голос очень приятный. Может, ты песни поешь, певица? Хочу быть певцом, я начинаю скоро петь, да. Интересно, интересно. Как обычно? Как обычно. Вместе совместный трек запишем, давай. Давай, давай. Как у Бэтмена, есть же ноланские фильмы. Какую часть своего тела ты считаешь наиболее привлекательной? Точно не ту, о чем ты подумала? Откуда ты знаешь, о чем я подумала? Ну, ты засмеялась так. Самая красивая часть человека – это ступу, я так считаю. Мое лицо у меня привлекательное, да? Еще волосы у меня. У тебя не имеется тату, там все такое? Да, есть. Есть? Тату. Ты вообще про что? Ой, ну, ассалам алейкум. Че за вопрос? Как ты относишься к поцелую на первом свидании? Если положительно, то можешь меня поцеловать? Поцеловать куда? Может, даже девушку в щеку не целовали, а ты возьмешь ее и поцелуешь. Ну, я люблю первооткрывателей, ну, я как Колумб. Смотря куда. А ты! Смотрим, куда? В лоб. В шею. Ну, ладно, давай еще. Ой, как мило. А, встречался ли сразу с несколькими девушками одновременно? Да, было дело. Одновременно нет. Ну, так общалась, но не встречалась. Хотела бы? Нет, конечно, зачем? Если один есть, зачем другой? То есть стакалочки у тебя не будет? Нет, блин. Спрятался с девушками, общался. Ты очень плохой человек. Я не постоянный человек. Да? Да, постоянно активный. И, наверное, этим все сказано. Не видя меня, ты бы согласилась бы пойти со мной на второе свидание? Да. Наверное, да. Ну, у тебя голос приятный, и, да, и общение тоже.
Походу, да. Походу, да? Да. Я не знаю. Знаешь, на второе свидание я не пойду. Снимай. Очень красиво. Да? Спасибо. Очень приятно. Диана. Привет. Еще раз. Я тоже. Дилет. Еще раз. Да, мне тоже приятно. Давай выпьем за это, да? Давай. Мы за нас теперь пойти на второе свидание. Я да. Да. На да? Давай, сходим, да? Сходим, да. Кино, да. Симпатичный. Я сходила бы на второе свидание. Поздно, поздно. Так, да? Поздно, вот. На счет три начинаем. Три, два, начали. Привет, малышка. Как дела? В смысле? Че, парень, что ли? Че, тоже? Че там, сука?